шутками, такие, это вот и непривычно. Вот. Нет, ребята, но ребята, так сказать, настроены так, скажем, по-боевому, да? То есть пытаются, ну, в принципе, это хорошо, пытаются как-то дискутировать с тренером, да, то есть пытаются свое мнение ставить, в принципе, в целом, думаю, это нормально, вот, если это как-то привести в такой разумный, да, как бы разумный ключе этим заниматься, то, в принципе, свое мнение, ну, оно всегда нужно, вот, а, то есть сам процесс для меня, ну, любопытно все-таки понять, как бы, да, как там они мыслят, как, вообще, какой у них уровень, да, то есть все-таки, так, ну, в анализе, да, ну, все-таки одно дело смотреть тексты партии, да, другое дело, ну, как-то обсудить, поанализировать, то есть понять, что они видят, что рассматривают, там, как оценивают. Mm-hmm. Ну, вот смотри, ты, на самом деле, можешь сказать, что сам не так, в общем-то, давно, я прекрасно помню, как там юниором, перспективным молодым шахматистом. В то время у нас вот таких сборов, конечно, я не помню, то есть не было. Да, не было, да. Ну, вот если бы тебе в то время, допустим, предложили позаниматься с тобой сегодняшним, как ты считаешь, это было бы для тебя как бы очень, ну, принесло бы большую пользу? Ну, в смысле, наверное, просто с каким-то, ну, более-менее опытным шахматистом, да? Да, естественно, конечно. То есть, если... ну, то есть важно просто это правильно воспринимать, да, то есть правильно к этому относиться, ну, то есть дети должны к этому адекватно относиться, то есть что если там тренер что-то объясняет, то, наверное, не от желания показать там, что вот они, насколько они слабы, насколько они ничего не понимают, а от желания помочь, да, что вот, что учтите там, что в будущем там, допускать какие-то ошибки, да, и что в будущем, ну, лучше будет их не допускать. Ну, они немножко так, скажем так, эмоционально немножко реагируют, да, может быть, где-то чуточку заводятся, то есть пытаются там, доказать, что да нет, да, 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 я прав, да я все равно выиграл, да какая разница, вот, но, в принципе, то есть важно просто, чтобы с их стороны было к этому отношение, ну, как бы, правильное, то есть они должны сами, в принципе, то есть это же работа для них идет, да, то есть не мне нужно, то есть это нужно им, то есть им как-то что-то вот почерпнуть, то есть я не знаю, честно сказать, что они для себя вынесут, да, то есть стараюсь им... Ну, а как бы, ну, в большей степени даются какие-то практические советы? Ну, вот чем мы занимаемся? Мы анализируем их партии, разбираем их какие-то ошибки. То есть, ну, все-таки важно, мне кажется, по крайней мере, для них это могло быть интересно, как, вот, как я оцениваю позицию, да? Как я, где там, как я считаю, реально, как я... То есть, какие кандидаты рассматриваются, какие нет, да? В том числе, ну, вот, какое мышление, грубо говоря, да, то есть, более-менее себя же мотивируют. То есть, если они на это обращают внимание, да, то им это может помочь. Если не обращают, ну, я не могу, как бы, не в школе учить, да, то есть, ну, если не хотите учиться, не надо, да, то есть, будет трудно, как бы, понять, что именно они, вот, то есть на что они обращают внимание, да, то есть что для них важнее, там, то, с каким видом я сделал вход, да, или то, вот, как я его обосновал, там, да, как вот. Ну, есть дебютные консультации какие-то, дебютные вопросы есть, но в целом больше, я думаю, для них большая польза просто вот, ну, вот от какого-то такого живого общения, вот, анализа партии, да, то есть, ну, вот, скорее, потому что, ну, что мы тут можем дебютах хватить, там, я вот 5 дней здесь буду, да, ну, по сути, там, то есть, в принципе, можно рассказать обо всем, да, то есть понемножку, да, но конкретно это, все-таки они сейчас будут играть там, в серьезном гроссмейстерском уровне, конечно, им дебют надо ставить, ну, это серьезнейшая работа, да, то есть это не там вопрос там на час, да, поэтому больше пользы для них просто, ну, в какой-то новизне, да, то